Подарок для школьников к началу учебного года подготовили в Сочи-парке. С 29 августа до 13 сентября для учащихся почти вдвое снизили стоимость билетов. Теперь за 800 рублей они смогут посмотреть мюзикл «Алиса», шоу в «Дельфинарии», увидеть чудеса техники в Музее занимательных наук «Экспериментариум», а также посмотреть выступления артиста в уличном театре. Специальные условия действуют только для организованных групп школьников от 15 человек. Перед поездкой нужно связаться с администрацией Сочи-парка. Контактная информация есть на официальном сайте, его адрес сейчас на экране.